Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» в прямом эфире на YouTube-канале группы компании «Эколайн» провел розыгрыш 5 телевизоров. Счастливых обладателей выбрали с помощью генератора случайных чисел. Каждому лицевому счету абонента был присвоен порядковый номер, который загрузили в сервис выбора случайных чисел. Для участия в акции нужно было оплатить услугу обращения с ТКО, не иметь задолженности и зарегистрироваться в личном кабинете на сайте регионального оператора. За честностью проведения розыгрыша наблюдала наша съемочная группа. Двухлетний Ярослав любит смотреть, как работает мусоровоз. Мальчик каждое утро зовет маму гулять, а заодно проверяет, насколько регулярно и качественно производится вывоз мусора. За это маленького ревизора наградили. Его друг, Хасанин Казыев, как раз тот самый водитель, с которым Ярослав знаком. Ярослав, вот идет твой собственный мусоровоз. Давайте. Счастливых обладателей телевизоров определяли с помощью генератора случайных чисел, выбирали номера лицевого счета. Эти подарки – призыв не только вовремя оплачивать квитанции, но и учиться грамотно сортировать отходы. Жители Подмосковья относятся к раздельному сбору с большой ответственностью, потому что количество синих контейнеров мы постоянно увеличиваем, и вывоз по графику приходится пересматривать в большую сторону. То есть отходов раздельно собранных становится все больше и больше, морфология улучшается, потому что изначально были моменты органических отходов в синих контейнерах. Вот сейчас это встречается все реже и реже. В повседневной жизни мы часто используем вещи, сделанные из мусора. Макулатура – это картонная упаковка для соков и молока. Пластик, контейнеры, ящики, строительные материалы и даже одежда. От умения разделять мусор во многом зависит экологическая ситуация в Подмосковье. До конца года закрываются все абсолютно полигоны Московской области. И весь мусор, который у нас образуется на территории, будет проходить обработку перед захоронением. То есть задача сократить захоронение отходов на территории до 50%. Вручение призов состоится 23 сентября. Всех победителей уведомят о месте его проведения. А «Эколайн Воскресенск», в свою очередь, обещает проводить подобные розыгрыши как можно чаще. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.